В пятницу в областном центре начала работу весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Торговля развернулась на парковке у Тополя. Участников организаторы ждали больше, около 70 фермеров и ремесленников. Но из-за непогоды получилось гораздо меньше. Приглашали сюда сельхозтоваропроизводителей, крестьянские фермерские хозяйства и продавцов инвентаря для того, чтобы в одном месте удобно перед весенними полевыми работами на своих приусадебных участках жители города могли приобрести себе все необходимое. Продукцию здесь. Предприниматели Куликова из Михалева как раз предлагают саженцы. Средняя цена 20-30 рублей за штуку. За качество ручаются головой. Семена хорошие, голландские. Овощи порадуют богатым урожаем, а цветам ни в одном соседском саду не будет равных. Сейчас мы просто представили товар, который ранний. Как бы то, что сейчас можно уже высадить, уже можно и раннюю капусту в грядки посадить, можно примула, да, то, что не боится морозов. Сейчас уже это все немножко мы представили, маленький ассортимент. Первый раз мы его торгуем. А так мы в основном занимаемся еще ландшафтами, поэтому обсаживаем ландшафтные участки. В городе берем какие-то объекты. У Ивановской птицефабрики проблем со сбытом нет. Их яйцо широко представлено и в местных магазинах, и в соседних регионах. Но покупатель лишним не бывает. И для предпринимателей очень важно, чтобы любимым стал именно их товар. Для рекламы. Люди не знают, например, в Шилыково, куда поедешь. Да? Оптовики берут, увозят далеко или куда-то там. Они здесь пришли, попробовали наше яйцо. Понравилось, уже ищут в магазинах такое яйцо. Ну, то есть обязательно нужна ярмарка, как же. Хотя бы для рекламы, ну вот в первую очередь. Ярмарка – это не просто способ заработать, а как раз возможность заявить о себе, наладить деловые связи. Горожане смогут отправиться за покупками еще и в субботу. Цены здесь приятно порадуют всех, кто привык считать деньги. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.